Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия, я Александр Манык, и сегодня у нас на обзоре новая монета Украины. Поехали! Итак, друзья, перед вами новая монета Украины, 5 гривен. Уже, ребята, 2021 года, представляете? Держу я ее в руках 15 декабря. Вот такая шикардосная монета у меня в антикварной лавке. Монета уже в продаже. Давайте же с вами ее подробно рассмотрим. Значит, прежде всего, у нас на аверсе монеты сверху малый государственный герб Украины, справа от которого надпись полукругом «Украина» на зеркальном фоне. По кругу изображены 12 знаков восточного календаря. В центре круга такие стилизованные часы со стрелкой, показывающие на год быка. Мы с вами помним, что предыдущая была стрелочка, показывала на год крысы, и монета выглядела так, как вот эта вот крыса, которая наверху у нас на 12 часов. Я ее сейчас, видите, играю светом. А сейчас у нас показывает на год быка. Это символ данного года. Под стрелкой надпись 2021. Внизу у нас слева полукругом надпись 5 гривен. И на матовом фоне у нас изображены, стилизованные под украинскую вырезку, символы каждого времени года. Снежинка вверху, цветок справа, ягода внизу, листок слева и, собственно, логотип банкнотно-монетного двора Украины слева от символа кролика. Видите, да? Я вам сейчас тоже его вот осветил лучиком света. Монета, правда, шикардосная. И также давайте быстрее с вами перейдем к реверсу данной монеты. Друзья, на реверсе данной монеты у нас изображен стилизованный символ восточного календаря 2021 года быка, которого окружают по кругу, вы видите, различные стилизованные символы, присущие каждому времени года. Снежинки вверху справа, цветки внизу справа, плоды внизу слева, ветки вверху слева. Монета, правда, очень красивая. Здесь такой тут бык в таком квадратном костюме, что ли. У нас здесь гурт у этой монеты рубчатой. Вышла она 10 декабря. Номинал у нее 5 гривен. Выполнена она так же, как и предыдущие монеты из Нейзильбера. Масса 16,54. Диаметр 35 миллиметров. И, друзья, тираж у нее достаточный. 50 тысяч штук. Цена уже не дешевая, потому что после года крысы, который взлетел моментально там с 60 гривен до 100 с лишним, то у этой уже решили начинать со 100 с лишним. Поэтому, друзья, понравилась народу данная монета. И я прогнозирую, что цена ее будет только увеличиваться. Ну а вам же, мои любимые подписчики, огромное спасибо за то, что вы поставите лайк под этим роликом. Те, кто смотрит мой ролик и еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, потому что я показываю все эти новинки одним из первых, а зачастую самый первый. Все новинки я показываю у себя на инстаграм-канале. Если вы подпишетесь на него, то, естественно, будете узнавать о них еще раньше, чем выходят ролики. Спасибо вам за все. Увидимся.